Предлагаем вашему вниманию краткое руководство о том, как смотреть панорамы на сайте airpano.ru. Это очень просто. Итак, каждую неделю мы публикуем новый виртуальный тур. Сейчас на экране мы видим последние туры по Афинам, пирамидам Майя и Сингапуру. Давайте откроем тур по Сингапуру. Для перехода на страницу с выбранным туром кликаем по соответствующей картинке. Для каждого виртуального тура мы пишем статью с интересными фактами, подробностями съемок и фотографиями. Вы можете прочитать ее после просмотра панорам. Если у вас не очень быстрый интернет или слабый компьютер, мы рекомендуем загрузить панораму в низком разрешении, нажав кнопку Low. Но для большинства пользователей мы рекомендуем смотреть тур в высоком разрешении. Для запуска тура кликаем по большой картинке со значком Play. Теперь нам нужно дождаться загрузки панорамы. Чтобы музыкальное сопровождение не мешало нашему обучению, мы нажимаем кнопку «Выключить звук». Обращаем ваше внимание на то, что главное отличие виртуальных панорам от обычных фотографий и видео состоит в том, что вы сами, а не видеооператор, выбираете, что вам смотреть, в какую сторону повернуть камеру, куда переместиться и что приблизить. Управлять обзором очень просто. Нажимаем левой кнопкой мыши на экран и, не отпуская кнопку, двигаем мышь в нужном направлении. Камера поворачивается. Сейчас мы поворачиваем камеру влево. А теперь мы поворачиваем камеру направо. Также мы можем направить камеру вниз. И даже наверх. Кроме того, нажимая на плюс, мы можем приблизить и подробнее рассмотреть понравившиеся нам объекты. Нажимая на минус, мы получаем более широкий угол обзора. Увеличение или уменьшение еще удобнее делать с помощью колесика мышки. Кроме этой, в туре есть еще много панорам из наиболее интересных мест Сингапура. Посмотреть другую панораму можно, выбрав ее из списка картинок справа. Давайте посмотрим район Сити в сумерках. Для удобства ориентации вы можете использовать Google карту тура. Над синими точками, обозначающими панорамы, всплывают картинки-подсказки. Давайте выберем сферу 13. Закрываем карту. Мы видим, что наша панорама загрузилась. Для большего комфорта при просмотре мы обязательно рекомендуем использовать полноэкранный режим. Для этого нажимаем кнопку «Полный экран» в углу. Чтобы выйти из него, нажимаем эту кнопку еще раз. Посмотреть полный список снятых панорам вы можете, нажав кнопку «Все панорамы». Тут вы можете найти панорамы из примерно 150 самых интересных мест Земли, снятые с высоты птичьего полета, от Северного полюса до Антарктиды и от подводных съемок до стратосферы. На этом мы заканчиваем наше руководство. Как видите, все очень просто. Приятного просмотра!